Заступление на дежурство начинается с одной и той же обязательной процедуры – проверки оборудования. Ведь от его работоспособности порой зависит жизнь и безопасность как самого пожарного, так и людей, которых потребуется спасать из огня. В частности, сейчас начальник караула Руслан Миргасимов испытывает снаряжение для дыхания. Мы осматриваем сам аппарат, все шланги высокого давления, низкого давления на внешние дефекты, если они или их нет. Вот, да, наблюдаем, нигде ничего не порвано, порезов никаких нет. После этого надеваем голову. Это здание пожарной охраны построено в 1968 году. Когда-то оно обслуживало только ВНИИГАЗ и газоперерабатывающий завод. Об этом свидетельствуют закрашенные сегодня буквы на фронтоне здания. Теперь здесь располагается 228-я пожарная часть. Она входит в большой коллектив Московской областной противопожарно-спасательной службы. Смысл пошпас – это порядка 8 тысяч человек. Кроме того, у нас еще есть добровольцы, которые активно участвуют в тушении пожаров. Это порядка 3-4 тысяч человек. И вся эта группировка направлена на то, чтобы как можно повысить безопасность наших жителей на территории Подмосковья. Внутри здания сделан ремонт. Теперь здесь с комфортом можно и отдохнуть, и даже спортом позаниматься. Несмотря на то, что сегодня у огнеборцев профессиональный праздник, дежурство проходит без инцидентов. Чтобы еще раз проверить боеспособность, устраиваются учения. После тревожного звонка бригада готова к выходу в считанные секунды. И это не фигура речи. 228-я часть, хоть и расположена в развилке, обслуживает 11 населенных пунктов Ленинского района. Общая площадь, за которой нужно приглядывать пожарным, составляет 44 квадратных километра. Зато недолгое время, пока часть располагается в новом здании, сделано немало. 590 выездов, из них 60 чисто на пожары, это не только у нас в районе, но мы выезжаем и в город Видное, и Молоково, Володарка. То же самое, оказываем помощь практическую. За короткий период, это 4 месяца, у нас потушено более 5 пожаров. Спасено 6 человек. Всего в части служит 28 человек. На дежурство каждые сутки заступает 5-6 огнеборцев. Часть оснащена по последнему слову спасательной техники. Конечно, главная гордость – это автомобили. Но есть немало и других, весьма важных, в том числе и для спасения людей, приборов и оборудования. При нахождении пострадавшего газ-дымозащитник подключает средства спасения к своему аппарату. Вот. И средство спасения автоматически подается в воздух. Газ-дымозащитник надевает средства спасения на пострадавшего и, собственно, защищает его от воздействия дыма. Сегодня Мособлпошспас не только принимает участие в тушении огня, но и проводит разъяснительную работу с гражданами. Неизменно главными зрителями показательных выступлений и обучающих мероприятий становятся дети. Жители Подмосковья знают, эти люди придут на помощь по первому зову. Праздник уже 370 лет. Если считать его от указа царя Алексея Михайловича, действительно, все эти годы пожарная охрана становилась, может, сильнее и сильнее. Сейчас мы видим абсолютно профессиональную, подготовленных людей. Мы видим хорошую технику, которая находится у нас. Хочу пожелать нашим всем пожарным счастья, здоровья, в семье, чтобы все было хорошо, чтобы заработная плата повышалась. Она сейчас у нас повышается, это очень здорово. Ну и самое главное, пожелать, как говорится, сухих рукавов. Всего самого хорошего. Сотрудники нашей телекомпании также присоединяются к этим поздравлениям. Максим Козлов, Егор Хлябич, Александр Будников, Сергей Ларин. Видное ТВ.